Здравствуйте! В этом видео я расскажу о комплекте под лево автомобильных сидений XICE ZG5. Этот комплект состоит из 4 нагревательных элементов. Он идет сразу на 2 сидения. Жгута электропроводки с кнопкой управления и металлическими скобами, которые могут вам пригодиться при монтаже штатных чехлов на место. Я рекомендую использовать этот комплект в тех автомобилях, где легко разместить кнопку регулировки подогревов между 2 передними сиденьями. Подключение довольно простое. Красный толстый провод в нашем установочном центре подключают в цепь замка зажигания на плюсовой провод. Черный в ближайшее место на металлический кузов автомобиля, предварительно зачистив его от краски и грунта. Тонкий красный провод подключайте на цепь аксессуаров. Кнопка имеет подсветку, поэтому вы легко найдете ее даже в ночное время. Сиденья имеют 5 степеней нагрева, которые вы можете выбрать, вращая этот регулятор. Во время включения подогрева цифры начнут гореть красным цветом. Мы сняли отдельное видео про нагревательные элементы, и вы можете найти его по ссылке в описании к этому видео ниже. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на наш канал, а если хочешь магнитолу, то получай жирный промокод XICE2B2017. Кликай на желтый купон, и ты узнаешь, что ты можешь получить.